311. А мы теперь на мать идем, господи. После этого говна еще и дран на мать, какой кошмар. Ну ладно. Быстрые бомбы. Ух, хп до хера. Ну опять статы говна. По-моему, снова статы конченые. Сход. 3 хп. М4, Е4, С19. Я пытался. Ну, хотя бы дальности много. Better than nothing. Есть дальность. Как же я ищу секретки охуенно. Уже 2 бомбы всрал. Гори, гори, гори. О, и ты гори. Молодец, все. Все справились. Молодцы, ребят. А, кстати, банк опять на хп. Это приятно. Это приятно. Шика вниз. Рискованно. Ключ вижу. Вернее, ладно, вижу и слышу. Ёпта! Нихуя их там много. Бам! Найс. Бам! Отлично. Кто? А! Бошку оторвал. Парень выжил. Так, хп забрать. Как же я забиваю член на банку. Ай-яй. Банка полезная. Тыц. Ага. Угу. Блин. Такой себе ключ, конечно. Только зря потратил. Так, они магаз, не этом рума не там. Походу здесь, да, на старте. О, хорош. Спасибо. Спасибо за заботу. В моих бомбах. Как раз их мало. Не, ну это я помню, что я иду. Я как бы помню, что мне один ключ нужен. Так. Не думаю, что я хочу брать браслет вместо банки. Хай будет забег на 1000 лет. Блин, тут вертай, наверное, получше будет, чем банка. Уж с ней орать можно. Можно орать на мать. Осуждаю. Но с этим айтемом реально можно. Еще можно чуть-чуть наорать. На Ларри. Этим вообще не почувствовал. Даже не почувствовал. Слишком слабо наорали. Блин, бомбу мне ему давать уже, честно, неохота. Блять, тут я не знаю, где тут вставать. Может, нет сейф-спотов. Типа, если в углу будет какашка, там в теории будет сейф-спот, это не факт. Как-то в Ларе помощь везде, по-моему, может сходить. Может, там просто везло в прошлый раз, когда я там, типа, стоял, он ко мне, типа, не ходил. Что я в углу стоял, где была какашка и бомба. Типа, там была ровно одна клетка. Вот, типа, вот этот угол, возможно, безопасный, и то не уверен.
то мне они могут говно съесть. Марн файт. Уф. Уф. Это хороший тринкет. Типа Майкл. Я думаю, я возьму все же, наверное, вот это. Потому что это открывает мавзолей за бомбу вместо 2 хп. Это может пригодиться. Все равно опять говно будет. Это Пикман. Душно. Очень душно. Сейчас два подряд душно старта. Печально. Формально я могу ключи тратить, если бомбы не просру, потому что у меня бомба тоже открывает дверь. Вольтраут. Чисто формально я могу ключи всрать. Ну или можно просто открывать бомбами. Что требует ключи, тоже вариант. Короче, у меня ключи по факту и там, и там. И на бомбах, и на ключах ключи. Дальняя атака. Блин. Не, с Ринкой там все еще две бомбы. Что там типа бомба и нужна. Видимо, поэтому там не срабатывает эффект. Что обидно. Но там, да, там две бомбы все равно уходят. Есть идея по оптимизации, но я боюсь, она не сработает, потому что надо карту найти или второй тринкет. Тогда, возможно, сработает. А, тут нету. Тут, может быть, сверху-то. Слышь? Блин, тупой. Ты тупой? Толкай, толкай. Надо было дальше. Фу, вау. Почти дошел до меня. Я на геймпаде играю. Может быть здесь, кстати. Или я там проверил. Какой этаж уебанский, капец. Что за идиотский этаж? Где, блядь, секретки? Просто, блядь, миллиард вариантов. И причем, подожди, там же не было, да, ее? А, ну, видимо, под магазом, окей. Ладно. Ужасный этаж. Понятно. ХП синяя. Какой-нибудь. Уф, и свечка. Я думаю, без свечки я выживу. Будем орать. Просто будем орать. Ну, вообще, теперь это может сработать. Подожди. Господи, как мне заебали эти шипы. Надо бомбу тратить. Ладно. Здорово, sleeping guy. Теперь это может сработать.
Это будет сложно. Бля, это будет очень сложно. Уже не так получилось. Надо пропушить сундук чуть левее. А в идеале вообще все... Блять, а в идеале надо сюда их все запушить. К этой двери. Блять. Это будет очень сложно сделать. Это будет безумно сложно сделать. Тихо-тихо, не надо только в угол его захуяривать. Я все-таки захуял его в угол. Может, теперь я пропихну его там внутрь? Не. По-моему, руинт. По-моему, у нас нихуя не получилось. Очень жаль. Ну, место очень неудобное. Либо я могу сейчас въебать все ключи, кстати, и тогда могу одной бомбой взорвать два сундука. Я так и сделал, наверное, да. Типа, я сейчас потрачу ключ на дверь, и потом сундуки спокойно запушу куда надо. Все-таки все сэкономлю. Такая идейка есть. Так, наорали на босса. Хелсап. Ладно, у нас будет бесплатный айтем. В ультрауте один хотя бы. Ну охуенно, пиши, у меня два этажа опять я не нашел. Нихуя не нашел, просто нихуя. Ноль айтемов полезных. По крайней мере, одномоментно полезных. Типа, конечно, нашел Goathead, но только потом, возможно, поможет. Батарейка золотая бесконечна, но она у тебя отнимает одно хп полное. Всегда. Ну она, да. Она типа тебя перезаряжает, отнимает хп и телепортируется в рандомную комнату на этаже. И вроде никогда не исчезает. Ока, это неплохо. Это того стоило. Перед Heavy Hook. Это того вроде стоило. Так, что я еще могу сделать? Давайте подумаем. Могу вот это взорвать и открыть бесплатно сундук. Эх. Казалось неинтересно. Свечка... Ну, вообще, да, наверное, все же свечка. Все же, наверное, без билда это неплохой вариант брать свечку. Это все же псевдобилд. Как бы там ни было. Секретка вторая, я вряд ли ее найду. Нет, я ее найду, она здесь справа. Полезно. Ну что ж, ладно, хотя бы есть свечка. Видимо, так она тащит нас и будет. Чисто опять игра свечка будет. Ладно, я их вообще убить не могу. Просто буду полгода их бить. Своими слезками. Какой пиздец. Умри. Okay. По-моему, хвост от листика появляется. Нот лифа. Не знаю почему. По-моему, это от листика. Ссылка на Марио. Возможно. Так, мне все еще нужно две бомбы. Одна есть. Душная суббота получается пока. Душная суббота. У вас чильная суббота получается душная. Заблудился. С
ссылка на Animal Crossing. А он такой старый, просто эта игра в 2014 года. Ну, возможно. Ого. Приятные деньги. А, ну я говорю просто, да, я не в курсе. Запомнишь, типа его недавно хайпили. Там, видимо, что-то просто новое выходило, и оно захайпилось. Возможно, да. Так, на курсах. Забрать можно. Спасибо за 100 рублей угол. Сердечко. Листик. Ой, листик, господи, что несу. О, господи. Не знаю, хочу ли я, конечно, ломать автомат, а окей. Думаю, пока не хочу, наверное. Ну, короче, босса убьем. Сделку я заберу ластом. И пойдем за ключом. Видимо, такой план пока. Пока примерно такой план. Как же эта хуета срет, пиздец он срет, ёб твою мать, этот ебаный босс, блять. Как же эта хуета душит, просто пизда. Это, блять, в миллион раз хуже мух, эти ебаные пиявки обосранные. Все возьму, думаю, вот это, и дуалить это берет бесплатно. Нас раньше неприятно, но ладно. А, тут, кстати, 4 бомбы. Дуалити имба. Дуалити неплохо. Бесплатные сделки. Где костер? Я шизнул? Где? Где костер? Там нет костра. А чем я прошел? А, он прямо здесь. Ладно. Привет, мел. Многое объясняет. Так, забираем на дуалите сразу. Я даже шипы тоже неплохо, если так подумать. Шипы тоже неплохо. С годхедом. Но не. Думаю, в этот раз без шипов обойдемся. Просто дуалите заберу. Так, теперь я могу искать всякое. Бомб много. Привет, Shadow. На ютубе бывает, кстати, немного слышно, на самом деле. Иногда. Там от моих настроек зависит микрофона. Или вернее этого. Шумодава. Редко, но бывает слышно эту херню тоже. Спасибо за рейд, Тори. Здравствуйте. Ох, блядь, осторожно. Я сдохну однажды, я уверен, в этой ебаной керсруме. Однажды я в ней сдохну, и там и останусь. Не хулиганить. Ну, лучше не надо. Хулиганов мы не любим. Так что, в принципе, правильно сказали.
А, суп можно забрать. Блин, суп будет на два этажа максимум. Я могу его забрать прямо в самом конце. Два этажа. Блять, колобок ебаный. Кухня. Все, погнали. Два рана говна подряд. Считается ли это против правил стрика, если в курсе ластом получить урон, то на выходе умираешь, но если перезайти, то будешь уже не ластом? Ну, перезаходы запрещены правилами, поэтому да. Перезаход считается абузом. Тем более в этом случае. Босса, босса, сам иди убей, если хочешь. Я не собираюсь триком в 300 ранов рисковать ради ебаного босса. Кстати, там, по-моему, были какие-то эмоты, я их, по-моему, не добавил. А, у меня 7 ТВ не работает. А я работаю с второго раза. Блять, ебаный 7ТВ, ты чё? Чё с тобой? Блять, этот эмоут уже есть, нахуй вы... добавляете эмоуты, которые уже есть. Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем вы меня бесите? Проверяйте эмоуты перед тем, как это добавлять. Я же обижусь и разозлюсь. Тебя не искалось? Просто мог его написать в чат, проверить. Да я вернул очки, ну типа, блядь. Даже мне это надоест делать. Будете сами виноват. Ну, нормально. Маппинг. Вопрос, ангел ли это? Возможно, ангел. Только там нельзя брать Трисагион, самое главное. Трисагион — это ебаная руина с Дедай. Хз, почему там нет синергии? Типа... он всегда типа делает минимальный множитель Дедай. Ну, вернее, просто его... уничтожает. Трисагион, хер знает почему. Бомб больше. Уф. Однажды это будет Magic Mushroom. Ай, бля! Аккуратно. Щит, который Тринити щит. Нет, у Бриона да есть синергия. Короче, общее правило в том, что сначала делаешь максимальный множитель, потом берешь Брим, там Фетус, неважно, ТКХ, ТК1, и типа они будут тогда с этим множителем зафиксированы до конца забега. Но что
Туда же, да. Нож, эпик, фитус также, по-моему, работает. Ну, там, короче, очень много айтемов, которые можно зафиксировать. Ты, короче, должен просто сделать максимальный урон от дедая, а потом брать айтемы, которые, типа, не имеют как бы синергии. То есть, если ты, например, взял нож, а потом дедай, то у тебя уже не будет синергии, да. Там, короче, важен порядок. Если у тебя был сначала дедай, то его можно зафиксировать, и что-то смешное сделать можно будет. При желании. А вот если в другом порядке, то да. То не сработает. ПХД у меня, кстати, да, это правда. Я просто супе, а потом времени еще тратить. Хочу этаж на супе дочистить, потом пойдем уже смотреть, что я там оставил. Я бы два этажа на супе-то прочищу. Какую-то пользу с него извлеку. Нет времени на паралич. Но я вернусь, я все потом проверю. Честное слово, все проверю. Тоже за минус суп. У мысов Спейс не работает на суп. Проснись, блять, хуила. Спит, блять. Там вторая секретка. Очень забавное расположение Тайтом Рума. В самом конце. Вот неплохо. Ой, бля. Ой, бля. Это надолго. Ну, хоть щит пригодился. Уже неплохо. Хорошо, активка не перезаряжается здесь. Это было бы, конечно, сильно поломано, если бы здесь реально был бы заряд на файте. Но было бы удобно. Ах ты ж, ебаная тварь. Шо нахуй. Это много хп валяется, насрать. Я там два или три паралича по минимум. У меня с собой все в порядке будет. Как же я верю в ангелов, как же меня нихуя не дают вообще ничего. Так, ладно, суп закончился, это мы открываем. Так, теперь пошли фармить. Теперь можно и пофармить. Здесь секретка. Пока не особо нужна. Так, в магаз я могу пройти бомбы, да? Немного дешевле будет. Давай. Опять в магаз, в тот раз ничего с него не получил. 95 копеек за вот это вот говно. Вы... Я, конечно, понимаю, что время тяжелое, но, блин, что это за цены? Кто это будет брать? Мы что, конченые? Какие 95? Сумасшествие. Ой. Ты лучше взорвись уже, а? То я точно диблон своим тобом поймаю эту бомбу. Опять ран долгий, капец. Расстраивает. Мечный камень. Смешно. А! Это я могу взорвать, это редкий случай, когда я могу реально взорвать мечный здесь. Офигеть. Его открывать нечем. Блядство. Тут очень редко можно взорвать мечные камни. Прям очень редко. Это буквально только с Маомега в основном происходит. Либо если вот так везет с этим, с расположением бомб. Типа бочек или просто... Тут же не бывает бомб, да, по-моему, красных, наверное, нет. Только бочки, наверное, могут быть на этом пути. Типа бомба красная, только она появляется уже на обратном пути. Так что дам.
Отдай. Первый раз, да, оно всегда казалось чем-то сложным и странным. Ну тут на самом деле румы не особо сложные, их не сильно много. Типа если их было, не знаю, там тысячи были бы румы этих типа разных, тогда возможно это было бы хоть чем-то типа сложным. А так да, типа месяц-два поиграл, уже больше просто бесит, чем-то сложным кажется. Как и ребусы в этих говнораутах также. Примерно такой же эффект имеют. Кстати, таблетки не посыл, да? Бля, ладно, я вернусь, привет, Шварц. Я забыл про нее, да. Просто после шахты охота прям съебаться как можно быстрее с этого говенного этажа. Дам тебе сдал. Я просто чувствовал, окей. Просто чувствовал. Почему мне жопа светится? Не знаю. Так получилось. Поел хорошо, наверное, перед этим. Надо валить. Надо валить. Господи, два рана подряд мне уже суют этот тауэр. Или это в этом забеге был тауэр? Подожди, помню. А, или он был в этом забеге? Подожди, я троллю? Возможно, я троллю. Возможно, был в этом забеге, просто я его еще раз увидел. Потому что я его до этого не забрал. Потом мне его снова подсунули. Ри! What the fuck? Нифига там был сейчас паттерн. Это что было? Хватит, пусти меня. Жесть. Кстати, можно и открыть все. Скучные локеры. Какой смешной звук был у него. Весь он быстрый. Стой. Ну, ран охуенный. Просто охуенный. У меня буквально только деда есть. Если свечки не было, то было бы очень забавно в это играть. Деда и без скорости, без тирейта. Кайф. Просто кайф. Хотя бы фолс по ХД маленько реализовали. Чем уже второй, да, ведь фолс по ХД? По-моему, да. У меня еле-еле 4-9 дэмэдж. Ёбнешься. Опасные мухи. Опасный ресток охуенный, да. Буквально одна ошибка, и ты ошибся. Вообще-то деда это неплохой айтем. На то, в смысле, луда деда, но все же думаю, нет. Само того не стоит. Бать. Ладно. Х2 урона. Тоже пойдет. Тоже пойдет. Подай скидку. Дали скидку. Я мог одной бомбой открыть и то, и другое. Ну, ладно.
спану. А, да, мне пришло, это правда. Получается, вообще плевать. О, срон. Он срет, потому что он срон. Блять, это плохо. Это худший, мне кажется, враг для такого типа чемпиона. Ты уже хуй убьешь. Капец, он срет типа этих своих ебланов и еще сам срет, блять. Пиздец, кайф. Просто охуеть. Поймал чемпиона. Балансно, балансно. Понись. Что за хп? Пу-пу-пу-пум. Слава богу, у меня 7 ТВ, я не вижу эти зеленые буквы. Какой же это кринж. Если так реально можно делать. Звучит ужасно. Бомбы. Я поверю. Я поверил. Я поверил в дьявола. Ладно, может быть, не зря. Эта тренька, возможно, не упала бы до конца рана. Возможно, но не факт. А, типа, упала бы следующим все на треньке там. Нахуй эту комнату. Как же мало тиры там. Я еще и съел ее сразу. Вау. Серьезно. Что-то, конечно, маленько душит. Где он? Да, шоспит, конечно, немного ломает мне жизнь в таких комнатах. Сразу видно, у детей выходные. Мама пустила за компьютер. Так, а чё? Фулл карта мне не особо нужна. Блять, охуенная комната, еще одна. Пробежал. Там мечный, там мечный. О!
Дай. Хоть маленько скорости, блин. Пипецкая жопа. Ой. Это было неумно. Это было не с умом. Рейнджа мало, блин. Даже рейндж не могу взять особо. Я, конечно, могу, наверное, еще нажать, но мне кажется, того не стоит. Только нашел скорость, а тут же мне ее отобрали. Я вот только ее нашел. Только что. Все. Это что это? Ладно. Терза. Ну да, кстати. Терзы маленько есть. Так, думаю, ролить смысла никакого. Нет, я не вижу ваше кринж-сообщение, слава богу. Бог миловал. Это говно все похоже игнорится. Только что вообще эту руму прошел на этой скорости. Есть или нет, уже 100 лет, Фингер. Очнись, ты обосрался. Какой песель. Ладно. Причина. Просто. Заебал он. Время перемен наступило. Тем более, если ты его увидел через полгода, значит, он, в принципе, нахуй не был нужен. Сколько через полгода вообще очнулся, я о нем вспомнил. Решение было верное. Да ничего я тебя не булю. Успокойся. Успокойся. Нужно ты мне тебя еще булить. Слишком много энергии тратить на тебя, Фингер. Тупике. Это будет два рана подряд по часу, да? Просто ёбнись. Вчера, блин, так заебись было. 7 ранов, 4 часа. Сегодня, походу, 4 рана будут за 6 часов, блядь, такими нахуй темпами. Кто мне выбору насрал? Была Sega. Sega Mega Drive 2 была. Игры сильно не помню. Я там кроме Соника, честно, ничего не помню. А, Sonic и 7-Up помню. Нормально. Я не помню, но прям уж типа это любимая игра, не знаю. Не вспомню, кроме Соника, ничего, наверное, особо такого. Чтоб прям долго играл. Да и Соника тоже не очень долго играл. Там типа игру прошел, дальше пошел играть. Там не было такого, что ты играешь, по-моему, по 1000 лет в одну игру. И у меня такого точно, по-моему, не было на Сеге. Прошел, пошел дальше. Там всякие Аладдины, Король Лев, Соников миллион частей, какой-нибудь Battletoads, какой-нибудь Streets of Rage. Игры дохуя хороших было, но
Они все, по-моему, плюс-минус одинаковые были для меня. Одинаково хорошие. Какой-нибудь комик-зоун. Рэббитрай. Съем. Сайлент Хилл. На стеге. Чего? Комик Зоун сложная благодаря. Я, по-моему, не помню, проходил или нет. Я, может, даже и не проходил, кстати, на сеге. Запросто, может быть. Черепашки. Черепашек каких-то играл вроде тоже, но не помню, каких именно. Кстати, Mortal Kombat вообще почти весь мимо прошел. По-моему, только в один какой-то играл. Сильно не помню. Пятый? Шестой? Не помню. Какой-то вроде был. Тренька, да, сработал. Блять, это хуило, даже меня атаковать успел. Офигеть. Я помню, еще вкатывал этот парк юрского периода. Какой-то Lost World. Не помню, может, по-другому назывался. Это тоже прикольная игра была. Какой-то из... А, ну окей. Все же я нашел. В конце все же я нашел. Это было долго, но я нашел. Я думал, мне сам карта не пригодится уже. Еще рейндж даун. Я думаю, это уже перебор все же будет, наверное. Не звал, у меня же при этом еще этот есть, как его. Сет-бомба есть. Правда, бомб довольно мало. Но тем не менее. Умри! А, тут же реально альтраут. Забавно, здесь тоже блайндэдом уже остается. Ууу, окей. Это звучит хайпово. Это звучит довольно хайпово. Ой, еще помню про Майкла Джексона была, как эта игра была смешная. Где он зомби убивал. Это, по-моему, вообще была одна из первых игр у меня на Сеге. Мемная игра. Детей спасал, да-да-да-да-да. Охуенная игра была. Это пиздец, 90-е были какие-то годы, наверное. Уж конец 90-х. Игра еще старше была, скажем, у меня Сега появилась где-то в 90-х в конце, наверное. Плюс-минус. Где-то там. Ну да. Убивал зомбарей и детей спасал там Майкл Джексон. По сюжету. Кстати, сложно, по-моему, игра была довольно. Не прям сильно легкая. Не, прям, по-моему, я ни в один не играл, по-моему. Я, возможно, в Duke Nukem играл, но это не уверен. Что-то похожее было, но я не уверен, что это было в Duke Nukem именно. Если он вообще был... Он на Сеге же был, наверное, явно же был. Что-то подобное было, но, по-моему, это было не Duke Nukem. Может, просто что-то просто похожее было. Какая-то такая... Такая жесткая была стрелялка. Но, может быть, и оно. Надо уже смотреть по видео, может. Вспомню. Тоже сложная игра, по-моему, довольно была. Мемная. О, Rock'n'Roll Racing, да, я тоже играл. Тоже охеренная игра. Да. Так. 311.
Жесть, конечно.